Глава Воронежской митрополии посетил Рассашанскую епархию. Митрополит Воронежский Лискинский Сергий возглавил торжественное архиерейское богослужение, которое было совершено в Ильинском кафедральном соборе. В этот день архипастыри, духовенство и миряне общей молитвой отмечали знаменательную дату – пятилетие образования Воронежской митрополии. В Ильинский кафедральный собор Россоши в праздничный день из Воскресенского Белгородского монастыря был принесен ковчег с частицей мощей и частицей облачения святителя Спиридона Тримифунского. В совершении божественной литургии митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию сослужили епископы Россошанский, Острогожский Андрей и Борисоглебский и Бутерлиновский Сергий. За богослужение молился сон клириков Россошанской епархии и множество богомольцев, прибывших разделить с архипастырями духовную радость общей церковной молитвы. После богослужения митрополит Сергий поздравил присутствующих с пятилетием создания Воронежской митрополии и напомнил о значении святости в жизни каждого человека. Значение святого человека в жизни очень велико, а мы все призваны к святости, вне зависимости от того, чем мы занимаемся. И я прошу вас обращать серьезное внимание на работу над своим внутренним человеком и там созидать прежде всего жилище Богу, храм Божий. Торжественное празднование пятилетия образования Воронежской митрополии было продолжено духовным концертом, на котором присутствовали все приглашенные высокие гости и жители города. В фойе состоялась встреча с представителями СМИ, в ходе которой журналисты смогли пообщаться с высокими гостями и задать архипастырям свои вопросы. Они отметили, что образование новых епархий призвано усилить взаимодействие мирян, духовенства и иерархов, расширять и углублять познания людей в области духовности, давать людям нравственные силы. Центр митрополии как такую базовую составляющую и все вопросы, касающиеся духовного нравственного просвещения, социального служения церкви, они находятся уже под таким живым контролем. Какие-то новые наработки приобретаются, потому что возникают инициативы, связанные с оживлением церковной жизни. Это очень хорошее, вдохновляющее начало для простых верующих людей. Это, безусловно, возможность усиления церковной миссии, возвышение голоса о правде Христовой, очень значимо для каждого православного христианина, стремящегося обрести твердое основание веры, твердое основание своей жизни в православной вере. Образовались такие епархиальные центры, которые начали активнее заниматься различного рода вопросами, связанными и с духовной жизнью, и с воспитанием духа патриотизма в народе, и повышением, так сказать, в общем-то, таких ценностей духовных, культурных ценностей нашего народа. И в этом отношении трудно переоценить значение вот этого бытия новых епархий. Я желаю всем хорошего жизни в этом развитии.